собака. И в этом видео, как я уже обещал, покажу новый велосипед. Я его вам покажу. А вот насчет стадиона еще не знаю, так как, смотрите, он еще как бы на месте, но с него все уже убрали. И вот, кстати, мой велосипед. С этим великом столько было проблем. Его очень тяжело найти, данную модель. Звонил более чем в 5 магазинов. Мне предлагали там какую-то дичь, а в таких велосипедов не было в наличии. И в итоге пришлось покупать в Николаеве. У людей с рук велосипед новый, можно так сказать. Ну, чуть-чуть там царапина, то не важно. Что я могу сказать, первое впечатление после горняка своего? Вообще супер, очень быстро разгоняется, быстро ездит. Легкий, весит 9 килограмм. Я его одной рукой поднимаю, продемонстрирую потом. На этом велике я уже проехал, наверное, около 400, может даже и 500 километров за 6 дней. Я вообще с него не слазил. Даже не знаю, что будет дальше. Сейчас еду кататься с человеком, если удастся, что-то поснимаю. Пока катался, мне такая мысль пришла в голову. Некоторые согласились, чтобы я снимал велоблоги. Я, естественно, их буду снимать, потому что много идей всяких. И одна из идей — это поездки в другие города. Этим летом, кстати. В ближайшее время, так сказать. И помимо других городов, возможно, другие страны, скорее всего. Я успел вот пока катаюсь, такую простую вам показать. Хотел еще немного вам рассказать о велоблогах. Вы увидите множество моих друзей, совсем других лиц, каких, возможно, даже я не знаю. Я буду со всеми знакомиться, с велосипедистами общаться. Надеюсь, разбавлю немного свой канал еще. Ну и, конечно же, видео с поездочек всяких. Я колесю. Скоро уже соревнования. Я на велике катаюсь, надо немножко подвязывать, а то уже столько накатался. Велик все нравится, до сих пор эмоции такие, хотя я его купил уже, ну, довольно давно. Не 7 назад, я ленивый задница. И потом не снимаю пока влоги. Но ничего интересного не происходит. Вот появились новые мысли, решил с вами поделиться. Сейчас буду ехать, короче, домой. Завтра на разминочку возьму с собой камеру. Может, что-то удастся снять, но не гарантирую. По-любому бахнусь. Колесим с пацанами. Куда мы едем вообще реально? Сейчас проверим. Сейчас меня машина собьет, я тебе отвечаю. Спорим? Пранк. О, боже. Мне еще на тренировку сегодня валить. Так что, тогда сегодня камеру на лоб одену или как? Да, будет весело. Сейчас покажем спуск охеренный. На Володарского. Доехали хер знает куда. Эти едут. Крутяк. Место охеренное, правда, блин. Дорога не очень. Короче, надо подвязывать, потому что я сейчас реально бахну. На лоб, да, надо переходить. Ну сейчас мы там на спуске, я уже перелечу. Только не сильно быстро. А? Ну как это не сильно? Надо же, если ты... Ну нормально тогда. Оно намигает там? Мигает? Где? В углу слева. А, да. Погнали. Ну, только оно не сильно так себе нормально. Оу, е! Что, вниз? Я ж тебе готов. Я до сюда уже доезжал. Я не знаю, куда мы едем, но это классно. Что-то типа веловлога.
Я правда с камеры выгляжу как дебил какой-то, ну ничего. Газу не. Я не был тут ни разу. Ну дорога тут прикольно, погонять можно. А тут сделали дорогу. Тут мне Котовск напоминает, Одесский. Скадовск? Да. Такое прикольно. Сзади, сзади не я. А? Давай направо. А что там? О, понятно. Явно не для моего велика. Твоя любимая дорога его. Да, все, все для шоссе. Оп. Ба. Не, ну я бы не сказал, что прям жалуюсь, нормально, в принципе. А сейчас ты жалуешься? Да такое. Вот это поля. Это камыш же, да? А? Камыш. Нихера его тут. Да, уж заехали мы конкретно. Я себе походу лоб надавил. Все. До тренировки осталось 50 минут. А я хер знает где стадиона. Сейчас буду наяривать так педали. Кто-то там говорил скучный влог, да, братан? Наслаждайся. Не скучным влогом, блин. Забрели куда-то. Я херею. Тебе надо, чтобы попасть. Пацаны говорят, к речке идем. Кто видит здесь речку? Вы верите, что тут речка? Да. No comments. Кайф. Кстати, насчет моего велика, смотрите, вот так можно ехать, оп, и все, ну и примерно нести 9 килочек, а эти тащат их двумя руками, а я одно, мне нормально. Смотрите. Что смотрите? Шифр есть, кто-то ходил по нему. Шифр. Это для погоды. Кто-то ходил? Спасибо. Ну так кто-то ходил, а ты поплывешь. Что за херня? Отвечаю, опоздаю на трещину. Правильно на велосипедах. Да, как надо ездить, вот это гайд, короткий гайд. Берете в руку и идете. Класс. Может лягушек половим? Блядь, нахуй мы сюда приехали? Главный вопрос. Хорошо стоим. Оно аж поджарилось. Ага. Ты когда яйца жаришь плохо, не знаешь, подорает. Едем назад. Назад так назад. Я вырубаю тогда эту херню. Я на самой большой сейчас буду. Да, да. На легкой? Сколько там времени? 45 минут. 3:45, а мне, блядь. Класс, короче. На момент снятия видео никто на тренировку не опоздал. На этом все. Не забываем подписываться на канал, чтобы не пропустить подобные видеоролики. Также не забывай оставлять свои комментарии, лайки или дизлайки. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.